В Бискайском заливе терпит бедствие грузовое судно для перевозки автомобилей «Модерн Экспресс». Попавший в шторм автовоз, шедший из Габона в Гавр, накренился более чем на 40 градусов и сейчас дрейфует в сторону побережья Франции, представляя серьезную опасность для судоходства. Между тем, погодные условия в районе ухудшаются. Высота волн уже достигает 7 метров при 8-бальном ветре. Специалисты, проанализировав данные аэрофотосъемки, сделали вывод, что крен увеличивается и в ближайшие часы «Модерн Экспресс» может затонуть. Первыми на сигналы бедствия отреагировали испанские береговые службы. Все 22 находившихся на борту моряка были вертолетами доставлены на берег. Никто из экипажа не пострадал.